по спасению соседей так прозвали себя жители Большого Карака. Если где-то услышали визг резины и ревущий двигатель, выходят на помощь. Вот идут палки, песок для подсыпки, другие – авто. Потому что из ледяного плена выбраться самостоятельно невозможно. Под ногами и колесами жителей Большого Карака либо снежная каша, либо каток. Внизу там бежит ручей. Виновник ледовых побоищ – ручей. Температурные качели сыграли здесь злую шутку. Образовался затор, и вся вода вышла на дорогу, изрядно подпортив людям жизнь. Вот еще недели, наверное, три можно было спокойно проезжать. Понимаете? А вот это вот уже еще даже неделю назад вот такого совсем безобразия не было. Ну, видимо, когда вот погода стала меняться, то холод, то мороз, и вот такое стало. И мы нам никак самим не справиться. Если мы летом еще эту дорогу сами делаем, так сказать, отсыпаем, грейдеруем, не беспокоим ни администрацию, никого, справляемся своими силами за счет, естественно, взносов садоводов, то это нам никак не подсильно. На сегодня Большой Карак – крепкий дачный поселок, и если раньше здесь жили покорители Енисея, то позже их расселили, а участки отдали под садовые дела. А вот когда разрешили прописываться, некоторые и вовсе обрели здесь свой постоянный дом. Дорога – единственная связь с внешним миром. Тем не менее, принято решение о том, что необходимо эту дорогу отсыпать песчано-гравийной смесью. В ближайшее время мы проведем эти мероприятия, ну и в дальнейшем у нас дорога будет стоять на контроле. Люди забили в набат. По такой дороге к ним не доедет ни пожарная машина, ни скорая. А ведь в поселке есть дети и старики. Накануне дорогу обследовали специалисты МЧС и коммунальщики. Решение видят, когда потеплеет, убрать наледь грейдером. Злополучный ручей пообещали увести в привычное русло лесники Саяногорска. Кстати, после жалоб путь до Большого Карака отсыпали уже сегодня. Полина Назарова, РТС.